ждете от тура, от путешествия, от этих нескольких дней в Греции? Релакса, хорошей, замечательной компании с близкими людьми по духу, по бизнесу, хорошей погоды, наверное, покупки меховых изделий, которые потом Конечно. Будут нас греть в России и напоминать все это. Είναι ο τρόπος που κοιτάζεις και έτσι απλά με επηρεάζεις. Είναι ο τρόπος που κοιτάζεις και τον έχεις μόνο εσύ. Ένα βλέμμα σου μονάχα και στον ουρανό με φτάνεις. Открывает наше дефиле Елена, пожалуйста. Το φωνάζω με καμία δεν σ' αλλάζω. Σ' αγαπάω στο φωνάζω. Καρδιά μου είσαι εσύ, μία και μοναδική. Αλήθεια ή ψέμα κι εγώ δεν το ελέγχω. Πιο πάνω από μένα η αγάπη αυτή. Αλήθεια ή ψέμα άλλη φορά δεν έχω. Έτσι όπως εσένα ερωτευτεί. Είναι ο τρόπος που κοιτάζεις και έτσι απλά με επηρεάζεις. Είναι ο τρόπος που κοιτάζεις και τον έχεις μόνο εσύ. Ένα βλέμμα σου μονάχα και στον ουρανό με φτάνεις. Άλλη μια καρδιά και νάχα θα στην έδινα γιατί το φωνάζω με καμία δεν σ' αλλάζω. Впервые были на шубной фабрике? Да, впервые. Какие эмоции, ощущения, впечатления? Приятно шокирован. Я не писал, насколько это трудоемкий процесс изготовления. Все было ново, все было очень интересно. Я мечтал как раз посмотреть. Ну что, как вам шубки здесь, в Костарье? Шикарно, я бы в них жила. Надо брать. Действительно, шубный дворец просто-напросто. Эти колонны из мрамора, эти ступени с подсветками и так далее, и так далее. То есть вот роскошь начинается еще со двора. Салатик. Карпья му и сеси. По традиции мы всегда закрываем две викторины. Первая викторина будет легкая, где разыгрывается главный приз шампанское. Вторая викторина будет посложнее, где разыгрывается главный приз пушистая рана. Сти карпья му и сеси. Мия ке монадики. Компании к работе, гостеприимство, радушие, но открыли некоторые для себя новый вид, наверное, туризма, мехового, шубного, как угодно его можно назвать, но это было действительно интересно. Я для себя открыла эту компанию как компанию очень высокого уровня обслуживания. Для меня она не была известна как такая компания. Это поистине, в общем-то, эксклюзивный какой-то подход к каждому человеку. Вот мы для себя, сотрудники туризма, увидели. Поэтому вот для меня это открытие. И я буду совершенно спокойно отправлять высоких VIP-гостей именно с этой компанией. В целом все очень круто. Вот, реально. Прям вот это от души. Самое организованное, самое грамотное, самое продуманное. Поездка за последние какие-то вот даже несколько лет, каких-то я была, совершенно все очень душевно, гостеприимно, как сама Греция, комфортно, все по теме. В этом году я уже третий раз в Греции,
И все эти три раза я ездила только с Музинидис Тревел. Поэтому для меня это не открытие, что они самые лучшие. И я Грецию обожаю благодаря им. А главное, это тепло и доброжелательность всех тех, кто носит гордое имя Музинидис Тревел.